Всем привет, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру Little Nightmares DLC версия. Значит, как ты помнишь, мы через вентиляцию прошли в какую-то еще часть угольной зоны, и я думаю, нам нужно сюда. Погнали! Я извиняюсь, конечно, что долго... Тихо. Так, это мы вроде, да? Я извиняюсь, что долго не было видоса по... маленьким кошмаром, потому что много каких игр нам нужно было еще заснять. И там рукастый, твою мать, беги! Беги, беги, беги! Беги, беги, беги! Тихо, 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 тихо. Капец, а чё, как быть с ним? Какого черта он там делает? Так, ладно, давай думать. Давай думать, что нам нужно делать дальше. Так, значит, смотри, тут рычаг. Открыть мы его не можем. У нас есть еще здесь какой-то рычажок, но тоже мы до него допрыгнуть не можем. Также есть какие-то дверцы. Скорее всего, нам нужно вообще именно сюда вернуться. Я не знаю, вот если бы наш главный герой бы взял каким-нибудь образом бы вот этот ящик притащил, но ни хрена. Так, смотри. Придется рисковать. Значит, эта сволочь света не видит, но она охереть как слышит. Поэтому мы тихонечко сейчас. На картах. Тихо, тихо, тихо. Давай без прикола только. Так. Ну ладно, тут пройдем. Хорошо, по стеночке двигаемся. По стеночке, ребятки, аккуратненько. Тихонечко. Тут где-то... Тихо. Тихо, мать твою. Капец, страшно. Капец, реально страшно. Иди нахрен. Что там вообще такое? Тихо, куда нам вообще нужно? Тихонечко, тихонечко. Блин, мне очень страшно. Тихо, тихо, тихо. Давай тут. Он тут, он сюда продвигается. Тихо, 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 тихо. Охереть. Реально жуткая жопа. Тихо, он что-то чует. Только посмей, блин. Только посмей. Во-во-во. Нормально. Нормально. Хорошо, только тихо. Спокойно. Так. Блин. Да нет, иди ты нахрен, ну черт, поймал. Поймал, блин, рукастая гадость. Фу. Короче, я понял, нам нужно отбегать. Все, вот, знаешь, нужно верить свои чуйки все-таки. Вот я думал, вот, знаешь, вот мне что-то подсказывало, что нам нужно все-таки идти вот в левую часть. Так, спокойно. Врубай фонарь. И по стеночке. Я не знаю, скорее всего, он слышит, когда мы бежим, поэтому нам просто лучше идти на картах. Спокойно. Спокойно. Этот черт очень страшный, реально. Тихо. Только посмей мне наступить куда-нибудь. Так, смотри. Пока он там в раздумьях каких-то. Тихо, 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 тихо. Мы сейчас обойдем. Мы сейчас обойдем тихонечко только. Я понял, куда. Я понял, куда нам нужно идти. Тихонько, тихонько. Я надеюсь, он полезет. Беги просто, все, бежим. Твою мать, вообще. Давай, есть.
Проходим. Так, тут есть сохранялка. Скажи, что тут есть сохранение, пожалуйста. Куда идти? Так, если по полкам забираться, то... Блин, нет. Чё? Куда вообще, блин, бежать? Так, а вот и уже какая-то разгадочка идет. Хорошо, хорошо. Сейчас, короче, я так понимаю, будем открывать. Вот, видишь, тут следы, короче, нужно... Так понимаю, открывать шкафы. Давай сейчас откроем. Все скрипит, все, блин. Так. Все скрипит просто. Это ужас какой-то. Так, давай. Тащи. Тащи, тащи, тащи. Блин, мы капец очень сильно шумим. Но ничего, сейчас прорвемся. Так, давай, забирайся. Так, 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 хорошо. Что у нас тут? Так, у нас здесь полки. Стой, как быть? Ладно, давай разгончик тогда. А, во, как, смотри, на лампу. Ща, короче, вот так раскачаемся. Раз, два, три. Есть. Хух, проходим. Проходим, ребятки, господи, это реально очень стрёмно. Так, ну, чё засел, блин, давай, ползи. Так, блин, что-то он тут застревает в этой вентиляции. Так, а вот теперь тут опасно уже. Есть, так, спускаемся вниз. Мы куда-то прошли, короче, в какое-то непонятное... Отсек, так, и я так понимаю, нам нужно... А, все, ты, короче, уже... Есть, хух. А мы довольно-таки, смотри, хорошо справляемся. Так, и куда это мы вообще пришли? Ладно, давай спрыгиваем. Вроде как мы убежали от... этого членистоногого, так сказать. Кнопка, окей, кнопка, сейчас откроем. Так, бери. Винтик, шпунтик, я не знаю, что это, какие-то... Предохранители древние, похоже. Так, все. Твою мать. Опять он тут. Ну в смысле? Ну в смысле, капец. Чё как быть? Стой, это на какой мы ярус? То есть, а, мы отбежали? Стой, а тогда какой смысл-то всего этого? Какой смысл тогда всего этого, если... Ну вот. Так. Ну... Ладно, давай вот эту полочку. Я не знаю, зачем мы полки, конечно, тягаем вот эти, но... Если уж открыв... Стой, отодвинь. Но если уж открывается, то... Давай открывать все, в принципе. Так, давай. Хорошо. Так. Мы можем дотянуться до этого фонарика. Давай. Ну забирайся, ты ну в смысле? Давай, ты ж за... Ну ладно, круто. Он подтягивается. Великолепно, блин. Так, давай наверх. Давай сюда. Давай сюда. Сюда. Есть. Ну. Бери плафон. Хорошо. Так, я так понимаю, давай сейчас вот с этим фонарем идти. А, то есть смотри, все, я понял, мы ищем предохранитель. Так, тихо. Охереть. Да ты за... Ты дурак? Тихо. Рыщет, рыщет, паскуда рыщет. Так, тихонько. Да иди ты в попу! Нет! Нет, нет, поймал! Я понял, нам нужно достать каким-то образом этот гребаный предохранитель, пронести его еще. Стой, тогда. Блин. Так, хорошо, что у нас все тут сохранилось.
Так, давай. Открывай. Я не знаю, каким там образом проходить. Спокойно. А может, нам и нужно его и отвлечь? Тихо, 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 тихо. Как там быть? Да иди ты нахрен, ну ё-моё, 5-5-5 поймал. Ну что ты будешь делать? Это какой-то ужас. Так, ребятки, я вроде прорвался сквозь всю эту чушь. Короче, потихонечку иду. Потихонечку иду, и эта сволочь за мной идет. Так, давай. Вроде как сюда нам нужен, давай. Ползи, ползи. Медленно, но верно, мы сейчас доползем. Беги. Просто беги. Тихонечко. Так, вот уже почти. Я слышу, как он идет сюда. Это нереальный ужас. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Е-е-е. Все хорошо. Так, теперь что у нас тут? Блин. Че, куда? Это вот сюда? Или вообще это куда? Я не могу понять. Зачем мы это принесли? Правда, зачем мы это принесли? Я не очень... Я не понимаю, зачем? О, да неужели, блин. Оказывается, ребятки, все верно. Значит, можно все-таки за этот рычаг дернуть, я ошибался, что мы не можем до него дотянуться, оказывается, все можем. Так, короче, вставляем один предохранитель. И вот как ты видишь, тут один перегорел, и вот мы вот это принесли, и, короче, сюда давай вставляем. Есть. Все, лифт работает. Мы забираемся и уезжаем куда-то. Непонятно куда. Все, так, тут у нас что-то происходит. Так, тут двери. Опять же. Так, давай, короче, пролезаем сюда. Вроде как мы уже в безопасности. Что? Я надеюсь, это номы шуршат. Пожалуйста, скажи, что это номы. Издают эти. Да, хух. Ну, один рисует тут. Так. Я не знаю, что там, кто там, чего, где застрял. А, во, контейнер, хорошо. Сейчас откроем. Давай. Ой, тут два спрятались. Стой, куда вы? Не уходи от меня. Не уходи от меня. Так. Да ты посмотри, что делает. Бегает. Так. Да блин, хватит от меня бегать. Давай, давай, иди сюда уже. А, ну, ладно, окей. Пофиг. Хорошо, так, давай, короче, посмотрим. Значит, мы можем вот этот ящик пододвинуть. Вот сюда. И попробовать сейчас дернуть за этот рычаг. А, не, нам нужен ном. Все-таки нам нужен ном, чтобы его подкинуть. Да, господи, не уходи ты от меня. Ну, ну ладно. Так, ладно. Да, вот, значит, тут мы этот ном... Ну, вот там этот ном пока недоступен. Он там высоко сидит. Так, хорошо, давай тогда бегать за этим. Да, блин, ты достал, кстати, меня уже. Давай, в смысле? Ладно. Походу придется вот здесь забираться, потом вот сюда. Вот сюда. Так, я надеюсь, если вот чуть она поближе скатится. Блин, нифига. Ну, давай. Давай, скатывайся. Так.
Не-не-не-не, нам нужно двигать эту хрень. Так, а тут я уже кое-что нашел. Смотри, значит, тут есть какая-то, походу, секретка. Возможно. А возможно, путь к чему-то. Так, окей, баночка. Баночка, только тихо. Давай, открывай. И мы получаем какую-то магию. Ю-ху! Так. Понятненько. Что у нас тут? Больше ничего. Просто пусто. Просто баночка. Не знаю, зачем мы открываем эти баночки. Может, это нам какую-то силу придаст. Ну, как в оригинальной версии мы там разбивали статуэтки. Так, спускаемся, спускаемся. Смотри. Значит, короче, вот эту шнягу чуть-чуть пододвигаем сюда куда-нибудь. Чтобы она отъезжала только хорошо. Вот куда-нибудь вот сюда. Все. Сейчас, короче, она будет ездить. А мы каким-нибудь образом сможем этого гнома поймать. Так, ребятки, ну, наконец-то я поймал гнома. Все, внимаем его. Пойдешь со мной? Окей. Пойдем. Так, спрыгиваем. Погнали. Бежим. Значит, короче... Минут 5 тут прыгал на этой штуке. Вообще очень трудно подрасчитать всю эту шнягу. Так, смотри, вот, значит, подвигаем вот эту тему. Я беру гнома. Стой, ты только вот запрыгни вот сюда. Блин, нам нужно как-то с ним забраться. Блин, нам нужно реально как его сюда как-то затащить. Блин. Иди сюда, давай. Я не допрыгну до этой штуки. А, в принципе... А, и тогда вот сюда давай. Все, я понял. Смотри. Он там держится. Да блин, давай. Сейчас, короче... Да блин, и он устал как... Давай. И лети, есть. Хорошо. Да в смысле? Давай просто запрыгни. Вот знаешь, вот тут сложность в том, то, что реально очень трудно подобраться как-то вот к этой шняге. Так, давай вот, короче, тут немного не очень понятно, как вот с какого угла подходить. Так, ловим второго гнома. Он, кстати, уже поддался, то есть сначала он вообще ловиться не хотел, сейчас он нормально уже. Так, короче, смотри. Сейчас будем кидать их двоих на этот рычаг. Так, хорошо. Давай, лети. И вот этот, лети. Да куда ты мимо-то? Давай, лети, пока тот не устал. Давай, 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 вот. Чё, еще есть третий какой-то? Ладно. Скорее всего, нам нужно... Теперь и третьего искать, возможно, таки. Но если он есть. Но мне кажется, что его тут нет. А где третий-то может быть? Так, ребятки, а вот я и нашел последнего гнома. Все-таки их должно быть трое, поэтому мы его обнимаем. И говорим, что поможешь нам. Он говорит, что вроде как да, сейчас помогу. Так, и, короче, у нас откроется дверь. Значит, давай пододвинем этот ящик заранее, мало ли. Она потом закроется вот так. Все, и теперь мы сейчас будем пускать по одному каждого гнома. Так, вы идите сюда. Давай, лети. Раз. Так. Второй пошел. Давай, лети. Два. И теперь вот третьим. И вот мы пододвигаем этот ящик. Давай, чтобы... Эта вся херня не закрылась. Все, в принципе. Можно выходить. Давай, выходим. Есть. Ну и что теперь? Как-то так. И, походу, нам нужно теперь садиться вот в этот грузовой лифт, да? И ехать опять вниз. Блин. И зачем только мы это делаем? Хрен его знает. Ладно, давай продолжим, значит, в следующей серии.
Очень все очень непонятно. Знаешь, вот с этого места начинали, и опять на этом месте мы закончим. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.